Администрация главы Чувашской республики открыла двери для будущих управленцев. В рамках традиционной акции «Дни карьеры» там побывали студенты чебоксарского филиала «РАНХИКС». Эти студенты видят себя в политике. Выстраивая карьеру, они детально знакомятся с органами власти, где работают аналитики-эксперты, каков их круг обязанностей, что входит в их полномочия. Студенты чебоксарского филиала РАНХИКС факультета управления экономика собираются проходить практику в администрации главы республики. По коридорам власти их провел руководитель Вячеслав Борисов. Здесь ценятся ответственные, инициативные люди, способные достигать поставленных целей. Современные руководители должны в совершенстве владеть информационными технологиями. Интересные идеи и проекты только приветствуются. Дни карьеры проходят сейчас и в других государственных органах республики.